Твои друзья теперь в Зазеркалье, и этот мир мой! Ну уж нет, я тебя остановлю. Нет, ты, конечно, можешь попытаться, но тогда Бубу и Васян навсегда останутся в Зазеркалье. Так что выбирай, либо ты можешь отправиться к ним и попытаться их спасти, либо заруба со мной. Да уж, ну, конечно же, я выбираю спасти друзей. Ха, я так и думал. Ну и отправляйся тогда к ним. Вшух! Ну, наконец-то я избавился от всех этих противных котов. Теперь этот мир мой. Так-так-так. Ну и где это я? Какое интересное место. Вроде и знакомое, а вроде и нет. Так вот, значит, ты какое? Зазеркалье. Ну да ладно, некогда мне тут экскурсии проводить. Надо Бубу и Васяна найти. Куда только вот пойти? Вправо или влево? Вправо! А? Что? Кто это сказал? Эй! Наверное, эхо. Или показалось? Ну да ладно. Вправо так вправо. Хе-хе, новенький. Интересно, интересно. Эть, ну-с, го повеселимся. Так-так-так, ну и где котята? Тут пусто. Эй, Бубу, Васян. Мне кажется, или я что-то слышу? А ну-кась! Кто здесь? Оу, а ты еще кто? Это ж я, Игруля! Не понял, ты кто такой? И почему ты говоришь голосом Бубу и Васяна одновременно? Так, Васян, тихо! Говорить буду я! А чего это ты? А то шо? А, ще не аргумент! Эй, откуда идут голоса Бубу и Васяна? Отсюда! Бубу? Это ты, что ли? И не только он! Васян? И Бубу, и Васян! Мы здесь слились в одного кота! Это как так? Сначала все было как обычно, а потом появился какой-то призрак, что-то наколдовал, и мы с Бубу стали одним котом! Погодите... Но я же буквально через минуту к вам отправился. Когда вы успели-то? Это у тебя там минута прошла, а у нас целый день. Водила... Хе-хе-хе. А это еще что такое? Это он, Игруля. Тот самый призрак. Призрак? И где же он? Тут-а. Опаньки. Здрасте. Ну, привет-привет, давай знакомиться, меня Игруля зовут. А я Бубака. Ну, привет, Бубака. Так это ты Бубу и Васяна объединил? О, да, нравится. Могу и тебя к ним закинуть, это несложно. Опа! Эй, ты чего делаешь? Пошли, пошли! Да не хочу я никуда идти! О-оу! Опаньки! Ох, ё-моё! Хе-хе! Готов, Чинка! Та-дам! Ну вот, теперь вы три в одном! Прям как кофе из рекламы! Ха-ха! Эй, ты чего наделал? Так же удобнее! То вы были три кота, а теперь один! Красота же! Ну, такое! Во-во! Мало того, что надо как-то вернуться в свой мир, так теперь еще и как-то разъединиться нужно. Вообще-то, портал в ваш мир может переносить только одного кота за один год. Поэтому скажите спасибо, что я вас троих объединил в одного. Теперь, в теории, вы сможете все вместе за один раз вернуться. Чё значит в теории? А то и значит. Ладно, чё-то мы заболтались. Мне это...
пора. Эй, ты куда? А ну вернись! Ну и? Чё стоим? Го догонять, братцы! Походу, без его помощи нам не выбраться. Ну и где он? Ну ты, игруля слепошара! Вон же он, в телике! Эй, Бубака, выходи! Мы тебя нашли! Это снова вы? Чего вам? Как это чего? Мы хотим обратно в свой мир. Поможешь нам? Нет. Чё это? А зачем это мне? Чтобы дом снова пустовал. То хоть цветочек здесь был. Он хоть и злющий котяра, но над ним можно было поприкалываться. Так ты это, помоги нам вернуться в наш мир, а цветочка вернешь обратно сюда. Во-во! А раз портал работает раз в год, то как минимум год цветочек сбежать не сможет. А это идея. Ну чё, тогда по рукам? То есть по лапкам? Ну или что там у тебя? Не спешите. Сначала давайте сыграем в три моих любимых игры. Если выиграете, тогда я вам помогу. А если проиграем? Тогда будете тренироваться, пока не выиграете. Ха-ха! Да уж. Но так как выбора у нас нет, давай попробуем. Первая игра называется «Нолики-крестики». Запускаем! О, такая игра и у нас есть. Только называется «Крестики-нолики». Ну и названица у вас. Вообще неудобные. Ладно, давайте начинать. Уступлю вам очередь. Тогда начнем с центра. А я вот сюда. А мы вот так. А я в уголок. Ха! Ты проиграл, Бубака! Хобана! Не понял. Чё за дела? Ваше трёхкотье проиграло. Вот что. Так мы же выиграли. Нет. В этой игре тот, кто соединил три в ряд, проигрывает. А раньше об этом нельзя было сказать. Так, в вашем же мире есть такая игра. Сами говорили. Ладно, счет 1-0. Но у нас есть еще шанс отыграться. Какая игра следующая? Следующая игра на кухне. Полетели. Ну, в смысле пошли. В общем, го на кухню. Ну и? Чё за игра? Нужно есть бургеры. Всего их 3. Нужно съесть как можно больше и быстрее. Ха! Ну, тут ты точно проиграешь. Каждый из нас может съесть целую гору бургеров. А так как нас 3 в одном, то наши шансы в миллион раз вырастают. Ням, 1 есть. Считай, ты уже проиграл. Эй, Бубу, погоди. А вдруг и здесь тоже выигрывает тот, кто съел меньше? В общем, это, Бубака, мы все наелись. Ха! И снова вы проиграли, так как выигрывает тот, кто съел меньше. Так, мы же всего 1 бургер съели. Ну да, а я ни одного, поэтому победа за мной. Да, уже. И счет становится 2-0. Ну все, нам, похоже, не выбраться. Есть еще третья игра. Давайте так, кто в ней победит, тому сразу 3 очка. О, у нас снова появился шанс. Что за игра? Прятки. Я спрячусь, ну, то есть вселюсь в какой-нибудь предмет, а вы меня ищите. Ты чего? Обалдел, Шоль? Дом же большущий. Ладно, тогда давайте так. Я спрячусь где-нибудь в игровой. Вот это другое дело. Договорились. Вот и славно. Через 5 секунд можете идти искать. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Мы идем искать. Ну, я пока не вижу. Да и я тоже. Ну, вы даете. Вон же он. Эй, Васян. Да чё, эй, Бубака в ковре. Как вы можете не видеть? Мы же одними глазами все смотрим. Ха-ха, и вы снова проиграли, коты. Ну, вы даете.
Эх ты, Васян, Васян, ну понятно же было, что Бубаку нужно не найти, а не найти. Да, чёт я тупанул. Как обычно. Эй! Ну что, Бубака, теперь мы тут, похоже, надолго, да? Не, я помогу вам выбраться. Да? Ты же говорил, что если проиграем, то будем тренироваться. Да, я ж не думал, что вы настолько плохо играете. Не хочу ждать 100 000 лет, пока вы натренируетесь. Лучше и правда верну обратно цветочков за зеркалье. Да ничего мы неплохо играем. Просто мы это... Да-да, игроки из нас никудышные. Не слушай Бубу, это он просто не умеет принимать поражение. Так что там насчет возвращения? Идем к порталу. Чего? Ну что, коты, готовы? Ага. Вот и славно. Значит, действуем так. Я вселяюсь в вас, а потом мы все вместе прыгаем в портал. Звучит вроде просто. Только это, залетим мы одновременно, а выходить будем по одному. И чтобы разорвать связь и не слиться снова в одного кота, вам нужно отойти друг от друга подальше. Хотя бы на часок-другой. Понятно? Ага. Молодца. Действуем. Опаньки. А теперь полетели. Хобана! О, сработало! И так как нужно разбежаться, я пойду домой. Там посижу часок-другой. Опа! А вот и я. Ну и чтобы отойти подальше, я просто к себе вернусь. Там-та-да-дам! Дом, милый дом! Чё-то мы куда-то не туда попали. Не-не-не, все правильно. Видимо, цветочек всю мебель поменял, пока вас не было. Вот борзота! Чё за шум в ванной? Неудачник? Это ты, что ли? Сюрприз! Я и мои друзья спасены! Но как вам удалось выбраться из зазеркалья? Это я им помог. Та-дам! А я за тобой! Бубака? О, нет! Я обратно не вернусь! Ха! Ну, это мы еще посмотрим! Опаньки! Нет-нет-нет! О-оу! Во дела! Ха-ха! Обломитесь, неудачники! Путь обратно закрыт! Уа-ха-ха-ха! Эй, куды? Печаль, беда! Ой, да ладно тебе, Бубака! Починим мы зеркало! Это уже не поможет! Когда зеркало треснуло, портал обратно закрылся! Навсегда! Навсегда! То есть я теперь навсегда в вашем мире останусь. Ну, ситуация, конечно, неприятная, но у нас вообще-то неплохо. Да что мне твое неплохо? Как же я без бургеров-то буду? Ха! А вот тут-то ты не прав. У нас тут бургеров полным-полно. И большие, и маленькие, с разными вкусами, с разными соусами. Да? Серьезно? Конечно, серьезно. Я такими вещами не шучу. Го на кухню, угощу тебя. Конечно, пошли. Эй, а как же цветочек? Да ну его, пусть погуляет, потом поймаем. Бургеры важнее. Все понятно. Ладно, тогда идите на кухню лопать бургеры. Только с ребятами давайте попрощаемся. Всем покеда, друзья! Да-да, всем пока! До встречи на канале Игрули ТВ, ребята. Пока-пока! Где там кухня? Справа? Догоняй! Эй, куды вперед меня полетел?